Солянка бомбическая, салатик вкуснейший. Пирожки космические. От души рекомендую вот это заведение. Недалеко от Дворца культуры. Комсомольский проспект. Что, пойдем елку смотреть? Начало темнеть. Я посидел, погрелся. Покушал очень хорошо. Пора танцевать. Time to dance. А музыка звучит, музыка звучит. Слезы за улыбкой прячешь ты. Интересно, здесь была Софья Михайловна или нет? Давала концерт в этом дворце. Днем музыки не было. Сейчас музыка играет. Что там, елочка зажглась, нет? Зажглась, я вижу. Но народу вот немного, кроме детей особо никого нет. Это сразу бросается в глаза. Вот если вот эту елку убрать, то вообще будет пусто. Видите, вообще никого. Елка в Амурске. Кто к нам только что присоединился. Девятое января, воскресенье. Я пришел на дискотеку, где танцы? Дедушка Мороз. Где танцы? Ну, елка, кстати говоря, классная. Ничего не скажешь.
О, ворота зажглись. Супер. Попробуем забраться. Пик коммунизма. Интересно, сколько здесь ступенек. Друзья, пишите свои комментарии, что вы думаете о елке в Амурске. Как вам вообще Амурск? Версия январь 22 года. А я буду потихоньку направляться к автовокзалу. Показал вам, что хотел показать, как смог показать. Пишите, оставляйте комментарии. Ставьте лайки и дизлайки. Я их все равно не увижу, дизлайков. А за лайки вам спасибо. Нагулялся я сегодня вместе с вами, мои зрители. Да, вот сейчас мороз поджимает к вечеру. Народ подтягивается вечерком. Вечером, наверное, красивее все равно гулять. Днем теплее.
Всех с Новым годом! Thank you.
Мне сейчас такая мысль пришла встать на проспект и снять его, стоя на проспекте. Так вот. Вот такая красота. Кинотеатр «Молодость». Ну все, упал я в автобус, как раз успел, без 5:06. Сейчас тронемся. Билеты стоят 157 рублей. Надеюсь, вам понравится то, что я отснял. Увидимся на канале. Пока-пока. Все, погнали. Успел я выхватить билет. Весь автобус полный.